И представляете, похвалилась я вам, что вот у меня икра кабачковая с кусвил, да, вот, покупаю я. Вот она, баночка. Вот сейчас скребла вилочкой по баночке. Ем, сижу, не стала выкладывать в баночке, прямо из баночки ем эту икру. И вы представляете, что творится в баночке. А вилка цепляется, это моя вилка. Говорю, что там цепляется? Там битая внутри банка. Вот трещина эта в банке. Видите, вот она. Вот такая трещина. Вот она видна. Думаю, дай-ка я полезу пальчиком потрогаю. И порезала руку. Разрезала. Вот. Разбито стекло. Вот. Порезала пальчик тут. Надрез вот он. Я отдергала вовремя руку. Там надрез у меня на пальчике. Короче говоря, будьте очень осторожны с этой стеклянной посудой. Я как-то зареклась в стеклянных банках покупать. Вот сейчас звоню, претензии, да? По поводу там чего тут по вопросам претензии предъявлять можно. Претензии, какая так, пожелания пишите и звоните нам, вот, пожалуйста. Надо писать на сайте. Это 15 минут ожидания. За 15 минут, которые мы ожидаем, с ним очень много денежки. Ну все, я все сказала. Больше железными стеклянными банками я не дружу. Варенье покупала. Это что же вот, ой, вообще такая трещина большая стеклянная. Внутренняя именно. Внутренний раскол такого стекла. Ой, господи.